Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, что нужно знать, чтобы поставить питомцу укол. Когда ветеринарный врач назначает домашним питомцам курс инъекций, не все владельцы имеют возможность привозить животное в клинику, и не всегда есть тот, у кого есть подобный опыт. Поэтому каждому владельцу нужно иметь представление, как поставить укол своему питомцу. Для инъекций следует использовать только стерильный шприц, который после проведения процедуры подлежит утилизации. Также иглу нельзя трогать руками, в противном случае она подлежит замене. Дезинфицировать место введения шприца не нужно, но свои руки хозяин должен предварительно вымыть с мылом и обработать антисептиком. Перед проведением процедуры питомца лучше зафиксировать в неподвижном состоянии, оставив открытым только место введения шприца. Можно использовать шлейку, плед, простынь и другие подсобные предметы. Или пригласить кого-нибудь со стороны придержать любимца. Если врач назначил инъекции каждый день или по нескольку раз в день, лучше всего ставить уколы в лапы поочередно, правую, левую или переднюю, заднюю, чтобы избежать сильной травматизации тканей и дать возможность их заживления. Нельзя допускать, чтобы в кровоток попало лекарство на масляной основе. Удостовериться, что игла не попала в кровеносный сосуд, можно немного оттянув поршень на себя после введения шприца. Отсутствие примеси крови в растворе говорит о том, что сосуды не задеты и можно продолжать процедуру. Нельзя вводить одновременно в одном шприце более одного лекарственного препарата, если это не разрешено специалистом. Для поддержки питомца в процессе проведения процедуры, а также до и после нее, нужно максимально ласково разговаривать со своим питомцем, поглаживать его и успокаивать. А по окончании манипуляции следует дать ему что-нибудь вкусненькое. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.